Всем привет, с вами Пенни Пресс, и мы продолжаем челлендж по Изи Дропу. У меня, в общем, открыто окно, на улице жара, окно открыто, поэтому, возможно, вы будете слышать посторонние звуки, не обращайте на это внимания. В общем, все как всегда, 250 рублей закинул, плюс 150 с промокода, который еще багованный, там где-то я нахожу, короче, их использую, в свою группу я их выкладываю ВКонтакте, поэтому, если хотите, заходите, заглядывайте, подписывайтесь, пользуйтесь. Начнем с фрикейсов, они вроде у меня должны быть доступны. А сейчас, ну, должно выпасть 6 гроз. 6 грозы должно выпасть с фрикейса. Больше тут кроме этого нихуя падать нечего, да? Думал, разъяренная толпа выпадет, прям почти что охерел. Скины, которые дороже 40 рублей, я оставляю, все остальное продается. Все остальное продается, поэтому это продаем сразу. Ну, не 3 грозы уже. Снова валентность. Что такое? Что такое, Изи Дроп? Я тебя не узнаю. Как так ты мне столько уже валентности навалил? Ох ты, сверхновый. Ну это полтинник, да, это я, наверное, оставлю. А, 33? У, ёптыть. Что-то вообще какая-то конченая сверхновая. Ну, тем не менее, все равно, сколько он, 40-40, еще там сколько-то поднасыпал. Еще там что-то поднасыпал, короче. Два раза по 22, там еще, ну отсюда грозы, а вот отсюда все, я успокоился, все нормально, грозы отсюда посыпятся, короче, отсюда, чего, а что такая дорогая, нихера себе, я уже 500 рублей на балансе, ничего себе, блядь, уже 500, давай еще грозу, нет, рентген или рентген, что же выпадет, блин, скорее всего рентген, вот, скорее всего выпадет рентген, ну ладно, что, ладненько, я, короче, только после тренажерочки пришел, после тренажерочки. Все, в общем, бесплатные кейсы ничем не удивили. Да, вот так вот. Вчера я не открывал, я дождался, что сегодня будет 2, и поэтому покрутил. Может быть, вчера бы они меня и удивили бы вне видоса, да? То есть, ну, хочется, чтобы они как-то и на видосе радовали, удивляли. По традиции начинаем с этого. Забираем отсюда скин. Не дороже 100 рублей, ну, либо 150, да? Вот он, да, вот, точно. За 129. Все в порядке, все нормально. А, ё-моё, тут столько бабла. Сколько? Давай тогда ширпа кейсы. Ну, давай по 3 тогда, потому что... Нет, давай мы сразу 10 откроем. Даже два раза можно будет по 10 открыть. Два раза по 10, потому что, ну, баланс там пипец, блядь. Какой там... Ах ты ж, уже... Все... Уже все так мимо меня и летят. Че тут, ничего... сочного, да, то есть продаем. Еще разок откроем 10 кейсов. Еще разок 10 откроем, потом будем открывать по 3. Ну, тут какао-буйство будет, да? Ну, до сюда-то хер дотянет, потому что куда это мне, ёптать? Куда? Это просто жир. Так, давай по 3. Так, 230 на балансе. Не, давай-ка мы еще хотя бы это... опустимся, постараемся опуститься до, ну, хотя бы вот так вот, чтобы на балике осталось рублей 170-180, тогда будем открывать по 3. А может, подожди, может быть, мы сыграем в лесенку? Может быть, в лесенку, как я в прошлый раз играл, сыграем? 10-5. Сейчас мы поп это... Давай-ка в лесенку, реально. Или лесенка, или пирамидка, как хотите, называйте, в общем. Давайте в нее сыграем, посмотрим. Посмотрим. В обратную, не в обратную, может в этом секрет. Ну, пока что нет. Пока что ни хера тут нету. Кстати, под вебкой видите мой промокод, можете им пополняться, плюс 30 к балансу, и удача будет на вашей стороне. И на вашей стороне будет удача. Пока что только 100 рублев. Пока что только 100 рублев. Не, ну хотя, что, я просто в первый понедельник сделать 5500. И это ж сколько мне надо сейчас еще... Это считай 3 недели. 3. Это ж сколько надо депов сделать. Так, еще один, потом 2, 3, 4 и на повышение идем, да. Сейчас на одном остановились, один, еще раз один. Снова в городскую штриховку забираем. Городскую штриховку. Теперь двенашка. Что-то я не знаю, музон громко, не громко играет. Если громко, в комментарии напишите, что музон играет громко. Туши свет. А мог и вот здесь? Мог бы вот здесь.
Что ты мне на какао? Что ты мне какао? Нет, не проскакиваем. 4. 4 рана открывать. 3. 3 открыть самото. Вот это вот стой. Не, вот это. Такие вот это такая, ну это такие, знаешь, там влажные эротические фантазии, что там такая остановится. Но это все бред полный. В общем, третий день челленджа и пока что хе-хе, хе-хе. Хотя там ничего, ничего. Цифровая сетка. Вот это. Ну, вообще. Ага. Гу-гу полная. Балабас. Так, что, снова 10? 10 и на понижение идем. Играем, да, играем в лесенку. Как на турничках. Все 10 серых. Все 10 серых. 5. Слив. Слив. Че, видос, видос? Ну, видос нормально еще. Не затянутый. Потому что. Ух! Да, конечно. Сложно что-то выбивать, когда у тебя там плюс такой на этом сайте. Сложно что-то выбивать, конечно. Не, ну кому-то сложно и при минусе выбивать. Кому-то и при минусах жестких не дает там, да? Кому-то и при минусах жестких не дает. Так что что тут? Что уж тут? Что уж тут? Ну ничего, ничего, я же это. Все равно я скрипт снова сломаю ему. Я сломаю снова его скрипт. Как-нибудь найдем способ его объехать. Объехать, да. Именно объехать. Я не знаю, что вы там подумали, когда я стал говорить объе. Но я именно говорил про объехать. Ровный баланс. К удаче. Это к удаче. Капец. Заметили, что он прям это даже что-то дороже. По-моему, даже дороже 20 рублей отсюда скин сегодня ни один не выпал. По-моему, даже ни одного скина дороже 20 рублей отсюда не выпало. Вот такая вот фиговина какая-то прям. Поэтому, если Easy Drop хочет дать, он даст. Если вот сайт хочет дать, он даст. Не хочет, ты хоть усрися. Хоть что ты тут делай, хоть ты, блядь, тут заклинания хоть какие читай, то есть ты все равно ничего не получишь. Вот так-то. Вот так. Ничего ты не получишь. Ничегошеньки ровным счетом. Вон я. С 300 рублей 120 взял и все. И радуйся этому. Ну ладно. Ладно. Не каждый же раз нам, да? То есть, ну не каждый же раз, то есть окупаться, потому что тогда. Ну это будет. Это будет неправдоподобно, то есть если в каждом ролике будет окуп. Я, конечно, видел стримеров, которые выкладывают ролики, в которых у них там каждый ролик окуп, жесткий окуп, да, то есть только мне что-то кажется, что. Так, лесенку давай оставим. Давай мы вот сейчас три крутанем. Что для того, чтобы выпустить такой ролик, в котором окуп идет, то есть перед этим снимается там как несколько там сливных роликов там или еще, ну, как бы, ну, это мои предположения, да, то есть если на самом деле, то есть сайт дает каждый раз,
и жестко окупает при каждом депе, то это хорошо. А если чисто для этого делаются вне видоса сливные ролики, то есть когда тебя сайт сливает, а ты потом чисто на видео записываешь, что тебя вот так вот окупает, ну это полная фуфляндия. Это просто наебка с... Да ладно, 1,5 косаря? Ну нет. А, ну, что-то мне это напоминает. Ну ладно, хоть за 56 дал. То есть, ну не все же за 1,5 косаря градиенты падают, да? А янтарные градиенты, револьверы. Ну хоть какой-то фиолетовый дал. Хоть какой-то фиолетовый дал. Ой, фиолетовый, почему, блядь? Это ж розовый. Вот фиолетовый, ёптать. То скажете, Пенни, ты дальтоник конкретный. Ну, дальтоник ошибся. Ну, ошибся я. Ошибся. Разволновался, я думал, снова за 1,5 косаря револьвер пролетел. А нет, не за 1,5, понятно? Ни хера не за 1,5. Чё, все, не хватает. Ну все, что у нас тут? Что у нас тут сегодня? Вот так вот, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой. Я, короче, в начале ролика вам забыл показать, что там я нет, а да, там. На чем мы вчера остановились? Ёп, ты это что, я столько сегодня понавытаскивал скинов, что ли? Нихера себе, блядь. Вот, отсюда вы скин, да. Значит, остановились мы вчера. А, ёптать, я же активировал там этот бонус, и мне выпало 2 скинчика, короче. 2 с фрикейса выпало скина. По-моему, вот этот вот выпал. Ой, блядь, с фрикейса, говорю. Вот, ёптать. С бонуса. Вот, еще 2 скина, кстати, выпало. Забыл показать вам. Да, вчера мы вот на вот этом остановились. Так, и что у нас тут получается? А, не, ну если учесть, смотри, если учесть, что вот этих вот выпало на 140 рублей, этот на 129 выпало, это 260, да? И вот эта вот муть выпала за 56, то есть 310. В принципе, я сегодня окупился. То есть сегодня я, в принципе, окупился. А, ну те 2 бонусных я не могу продать, потому что они не продаются. Они не продаются. Вот, ну там с ними что-то можно будет сделать, не знаю, что там, да. Сколько сейчас по итогу? 5849. Ну, по сути, вот у меня только 2 скина, которые для продажи доступны. Это там примерно, грубо говоря, там с натяжкой 2 сотки, там, да, то есть этих. Ну, вот так вот. В общем, вот так вот. Вот так вот. Третий день челленджа, вот такой вот результат, вот такой вот итог. Кто не заметил, я давайте еще разочек вам покажу. Да, там делайте, в общем, свои ставочки, участвуйте в конкурсах, в розыгрышах, пользуйтесь моим промокодом. Кидайте свои. В общем, всем удачи, всем везухи и всем сочных дропов, на каком бы сайте вы ни открывали. Всем пока, до новых встреч.